Итоги второй очереди конкурсного отбора по программе развития подвели на заседание Бюро наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Каскад, завод «Энергомаш», «Нейрон», завод инновационных технологий. Всего от организации «Чувашия» на конкурс было подано 9 заявок, а от России почти 500. Из них лишь 131 заявка была рекомендована для финансирования. По итогам конкурса две компании из «Чувашии», «Каскад» и «Рионтехно» стали победителями. Они получат гранты до 15 миллионов рублей на научные работы и разработку новых видов продукции. Программа развития ориентирована на поддержку малых инновационных компаний, которые уже имеют опыт продаж наукоемкой продукции на рынке и готовы проводить дополнительные исследования, направленные на диверсификацию производства, создание и освоение новых рынков сбыта.